Есть такая японская поговорка: хочешь быть счастливым всю жизнь, найди хорошую работу. Одним из удачных способов поиска является ярмарка вакансий. Ведь это уникальная возможность познакомиться с работодателями лично и задать все интересующие вопросы. А для компаний это прекрасный шанс укомплектовать кадры и решить проблему занятости в обществе. Ситуация на рынке труда в городе Челябинске сегодня стабильная. Уровень безработицы сегодня составляет 0,5%, количество безработных 3300 человек состоит на учете. Ситуация напоминает нам 2008 год, год докризисный, и мы видим, что количество вакансий продолжает расти, а количество обращений в службу занятости падает. Сегодня очень многие предприятия заинтересованы в поиске кадров. Многие предприятия делают все для того, чтобы удержать персонал, создать наилучшие условия труда, сделать какие-то дополнительные социальные программы для того, чтобы привлечь квалифицированных специалистов и задержать их на рабочих местах. Чаще всего под одной крышей собираются несколько организаций, объединенных сферой деятельности или просто желанием найти сотрудников. Вот сегодня мы проводим ярмарку. Мы проводим тематические ярмарки, индивидуальные, для многих работодателей. У нас это не первый работодатель. Сегодня ярмарка представлена у нас для южурал-кондитера. Мы работаем индивидуально с этим предприятием. С предприятием работаем давно. Были на предприятии, видели, что там надежные, хорошие условия труда. Все правила охраны труда соблюдаются. Надежная заработная плата. Производство на самом деле несложное, потому что очень высокотехнологичные линии. И зачастую работа сводится к тому, чтобы направить продукт, дабы оборудование не дало сбой. Требуются квалифицированные специалисты, требуются неквалифицированные работники. У нас особые условия для людей предпенсионного, пенсионного возраста. Сейчас прорабатывается программа, чтобы поступить таким образом, что люди, которые сейчас находятся на пенсии, по ускоренной схеме могли компенсировать или получить компенсацию, необходимые справки для регламентирования своих трудовых отношений с минимальной потерей для своих пенсионных отчислений, ну, или к своей пенсии. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, которые пришли к нам, которые помогают нам и имеют намерение остаться в компании, испытывали минимум дискомфорта. На предприятии работает прекрасная столовая. Ну, не побоюсь сказать, что в районе 50 рублей можно получить полноценный комплексный обед. Сейчас рассматривается вопрос о компенсации комплексных обедов, компенсации проезда. Ну, это вполне возможно, что будет временное явление, но для того, чтобы потенциальные работники или уже будучи работниками, люди поняли с наименьшими издержками, что эта компания либо да, подходит, либо да, подходит. Кстати, помимо постоянной работы, можно также найти временную или дополнительный заработок, не имея специального образования. Мы приглашаем всех желающих. Сейчас, в частности, мы набираем фасовку новогодних подарков. Это временная работа в течение 2 месяцев. Далее мы предлагаем людям на более квалифицированную работу на производственных линиях. У нас бисквитное производство, конфетно-карамельное производство. То есть укладчикам, упаковщикам, операторам линии, широкий спектр рабочих специальностей. Можно выучиться на оператора линии, на аппаратчика приготовления инвертного сиропа. Если человек действительно хочет найти себе работу, то ярмарка вакансий – прекрасная возможность сделать это.